Брей посидеть. Там, наверное, нужно будет много кому. Шея. Магина, скорее всего, Троуд. Нужно будет шея, да? Которая с кораблей. Кому-то нужна спина с корабля гильная. Да. И, ну, возможно, я бы тоже забрал. Ну, понятно, ладно. Смоньте там Не, я не знаю целка. пока. Надо думать. Пошел тогда нахуй. Пиздец, я думал, меня отпустило. Мы запустили лича. Прошла я опять минута, поплохело. Мне так хуёво стало. Я пошел Пиздец. Просто умер, чтоб не нафидить. Смоньте. Что лучше на замене потусуйся, блядь. Есть сумон там, не? Ну, сурка могу побить. Сейчас дойти еще надо. А после четырех боссов мы в ЗС не пойдем? Ну, с времени уже не будет, скорее всего. А, этот овертайм. Какой овертайм? Если не ульда и все можно? Было, блядь. Какой овертайм? Тут люди. Блять, там сидеть, блядь, по сколько? По 8 часов, что ли, блядь, в рейде. Ну что? Что ты разнылся, топа, блядь? Я Вуди спрашиваю. Увертай, я здорово тоже... всем. Здорово. Привет. Я тоже подзаебался, ну их знает. Завтра, если лича закроем, то будет хорошо. Так-то РСК, в принципе, если за час будем успевать, то может какой-то доп ЕП закидывать. Ну, 3.5 часа это было освоение. Слава, вообще так зайдет на леди, на хонта? Лук полутать, это вопрос. Ну а кто будет вместо него хилить? Кто Вихри будет хилить? Вихри, вон, Вадикон, Мэтт Фокс и Катрисия. А кто будет духа взрывать тогда? Ну я могу. Я могу, в принципе, под... Да чем ты, дело не хитрое. Ты без просьб как бы это делаешь. И за просто так взорвешь. Да, давай за просто так. Ну, спасибо, конечно, могу сделать. В рей тоже с такими никами, да выебывается, я самого в рей взорву нахуй. Тебе не понравился мой ник, прикольно. Пиздец. А чё ничем не аргументированный ник. Я тоже поставлю такой какой-нибудь. А что там за ник? Еще раз спрашиваю, кому-то из нашей пачки сейчас нужен брейн-тролль героический? Кто-то будет его брать? Мне. Все. Ну так кому он нужен? Вару, все. А вару нахуя, брейн-тролль? ПВП. Ну, ПВП-шер. А кому еще нужен брейн-тролль, кроме ПВП? Нет, ну мы просто у нас, если никого нет, мы его просто... А, брейн-тролль написали, купить сегодня хотели уже. Ну, вчера сегодня был вопрос, но я не знаю, типа... Кричал, уже нужен патч кому-то все. Сегодня кричал кто-то в поиске. Брентроль хотели брать. Я просто, ну, типа, я ничего не это, практик не имею, просто первый раз слышу, что новара Брентроль берут. Лава, есть покупатель. Да не, у нас уже есть человек, которым нужен с наших. Сегодня еще продавали этот печеньку с Каражана 10 хм, 60 тысяч голды они продают. Нихуя. Да. Обалдеть. Хуя дауны ебаные. Пиздец. Вообще-то дешево, кто берет. От ГМ, ХМ, сколько будет мне стоить? Блядь. Ну так же, какая вот разница? Хуя. Вроде бы в декабре максимум был полтинник. Ну вот я написал просто вот, поинтересоваться, 60 тысяч мне написали. Я за 40 купил. Ты им написал, чтобы они... Даже 40 это много, блядь. Да, даже 40 то есть, это много. Можно сейчас сводить в этот, блядь, ГМ, ХМ, в магика, блядь. И получится один рейд. По полтиннику говоришь, 300 тысяч. 60. 300. Это имеется в виду, там по 2 их падает. То есть, ну, 3 босса. Да, тебе 8, 8 надо. Это надо 480 кусков голды. Ты что там, Ностры, за шем что-то пишешь? Не, по полтиннику. Не, ничего не пишу. Ну, даже если по полтиннику, 8 раз 400 метров. Это к мелькам увидел. Там же 6 Да, я писал то, что когда я еще, ну, регулярно ходил в рейды. 4 предмета. Ну, приоритет был какой. Каждый.
ты с 245 делаешь там 200 какую-то чуть побольше, и два раза надо же делать. Я не о том, то, что 25-ка выносит 300 тысяч за раз. А, это да, Ой, там, если что, на корабле мы с Эй поменяемся. Если вы до них дойдете. Дешево нужно, что ли? Ну да. Ух. Хотя бы шея. Третий танк есть? Угу. Желающих покон, но могу спекнуться. Убирайте, пожалуйста, слышишь, смотри, есть варчик, покупатель на обычку, он спрашивает цена на лут, на вара. Там где-то писали, по-моему, я помню. Не, ему, наверное, фулл лут нужен. Ему, наверное, фулл лут на вара нужен. Ну да. Ну это типа полностью, чтобы по всему данжу его протащили, так выходит? Ну, типа того, да. Весь варовский лут. Мне чел писал за... Я, ну, также писал CLK, типа, куплю. И прошу сколько? Он говорит, 35 тысяч, и тебя пронесут. Я говорю, да, за 35 тысяч, наверное, даже двух боссов. Типа, по одной штуке Вадикон Холи Дринк. Пораздавайте. Ну, там что останется? Плюс одна там. Оставитесь. Сколько ты писала, Ваня, там, 50к проход? Да, за проходку я 50к писал. Это ты про Гера писал или про обычку? Обычка. Ну, она везде стоит 50к, всех. Может, такую тему, типа, вести, не знаю, наркоманская, конечно, типа, танк. Ты... Флэдринг, чел, да, типа... Танк. Типа, чел тебе платит бабло, и чисто просишь его по целкашке, даже по обычке той же самой. Весь шмот ему даешь, сколько это будет стоить, ахи хз. Фласок не будет? Ну, можешь отталкиваться от вещей, количества шмоток, вы договариваетесь, там, давайте сейчас стоп не будет. Ага. Боссов убьем. Хорошо. На АП у Холидринка, на СПД у Вадикона. По одной штуке. Холидринк, походу, отошел. Нет, я здесь, блядь. Че у нас? Не разорвешься. Сейчас, Слава, подожди. Че у нас по полиролям в гильдии? Виланши надо полироли сделать синих как-нибудь. Блять, я все никак накопить не могу. Сотку накапливаю и уходит сразу на фласки. Сотка чего? Дико седьмой восьмой пати. Что, мне в танк ослало? Там некоторые люди из седьмой восьмой пати даже не годятся на замену. Ляо. Так, кто не годится с них? Ну, Хамас-Зек не годится, Рокштейн не годится в Геру. Как минимум. Да и лидера. Брай не годится. Не годится. Седьмой восьмой пати. Слишком много места лишнего на экране занимают. Сейчас разберемся. Холидринг. Мой маг дает 80 выше П. Дай Холидринг лидера. Сейчас. Сейчас мы их покикаем. Ну а кто останется на замене, плюс он. Тут Холидринг. Да, да, да. Че можно ливать, да? Че мне в танка спекаться? Так, Слава. Да, Холидринг. Это Гамазек, Рекшейн. Кто еще не годится, говоришь? Ну, все вроде, все остальные годятся. Так. Ну тоже их кикай, потому что потом плюсанут на замену, если что. Да, плюсанут. Ты в голосе скажешь, плюсанут. Так, рыба была. Где синтек? А, вижу. Так, Ханыч, а ты ж на ютубе стримишь? Сейчас нет. Завтра буду. Дай лучше стрим на YouTube, пожалуйста. Дискорд лагает сильно. Блять, ну... Готовность, во. Ну, после серебра тогда уже. Ладно. Еру? Don't spike cast.
Остепените там продукт со сальву дайте. Слава, ну, ты же расписание не будешь менять, обычки и ЦЛК, так... Да что такое? Ну, просто вот Варщик так... тут, я смотрю, решительно настроен и за проходку, и за шмотки заплатить с обычки. Ну можно, в принципе, на замену людей много просится. А вот насчет шмоток я не знаю, типа, надо смотреть, если кому-то в гильдии. Надо, чтобы он написал, какие ему шмотки нужны, может будет подобрать рейд. Ну а так, если кому-то заранее в гильдии спросить, нужно... Да, да, список, чтобы он там составил. О, я забыл, отходим. ТТГ тоже спрашивает десятку, короче, типа, право гонить за шмотом его. Десятку, ну, десятку можно, мы и сами можем, типа. Посмотрим. А что за варчик? Гашетка какая-то. Ну, типа проходка это одно. Шипно хантир справа далеко. Ну, десятку мы можем сами организовать, если что. Я не против. Главное, чтобы он у сагильдейцев не спиздил какой-то шмот. А так... Вот именно, да. Пусть хоть что забирает. Но он писал, хотя... что типа перса только выкачал, понял? Тогда лучше не сетку, двадцатку лучше огонь, не сетки не прогоним его. Опять-таки нужен шмот, очень, короче, все шмот нужен. Обычно. Да. На десятку можно надеть, взять десятку, это, одеты. Фулл одеты. Шипы. И просто весь ненужный шмот ему отдать. Шипы. А чё, нельзя выйти, да, служили? На гимн сдал. Уже. Вот Фокс строит инвалиду залей. Там за кринж происходит на продукс. Хантер шипе справа для этого. Хард разбил и хантер разбил. РД все свитч. Раньше у ребра было 200 лямов хп, на. А, сейчас сколько? Да раньше трава зеленее была. 80. Там разве было 200? Там, ебать, тактику придумывали, как его бить, нахуй. Я, ну, типа, мы смотрели стрим на Морсе. Угорали с этого. На ныли срезали. Ну, типа, если не срезать, будут только донатные челики убивать. Что срезали там? Ну, блять, 200 лямов было, в два раза срезали. А. Шипы. Блять, налили, как на. Везде служа, конечно. Сейчас убьет ее ваш. Не убьет. Не пока не на шипе. Воля пуха отличаем у нас. Надо вредить. А воля какая? Обычка или гера? Обычка.
Он просто говорит, я буду брать все типа оптом. И типа давать скидку за это, за еще. Ну, смотри, ему 50-ка только проходка обходится. Так, Призану или Авелане, кому с вас давать? Воля сколько? 50 где-то пусть будет. Нет, 3 не стоит себя дороже. Заханыч, включи, пожалуйста, не исцеление, а исцеление с абсорбом. Призану или Авелане? Призану не обходится хил. Мне там заново перенастраивать надо будет. Ну, зачем? Нет, тебе просто выбрать исцеление с поглощением, а не чисто исцеление. Авелане, что Призану дать? Ну, вон, лечение поглощения. Надо. Пусть будет. Он просто даже что? Сейчас в хилье. Вот, вот под исцелением. По... Ну, да, там под исцелением. Под исцелением. Выше. Выше. Ну ты пропустил ниже. Вот, победа. Спасибо. У тебя там виден осколок? Нет. Окей, значит жду. Там Синтек просится на ханта уже, ответь ему, пожалуйста, блин, не знаю, он уже, блядь, там... Кто вместо него хилить будет? Кто-то из пеков там написал, может. Кто? Он Мэтт Фокса хочет вердрусить из пеков. Синтек, ты, блядь, хотя бы вначале Т4 собери, а потом начинай проситься. Бля. Я думал, один тут босс, где можно реально как бы, ну... А, какой-то... ну, стрессу не нужен лук? Да, я выступлю. Не уступай, не говори так никогда. Ты спек, да, я сейчас редко играю, ёлки-палки, синтек чаще меня гораздо. Ну, но он типа мейнер-дру, считай, у нас, а хант это типа, ну так, знаешь, не знаю, на что это. Патч хант? На духов не забывайте, ставьте. Спек, ну, спекайся. Души. Где он находится там? Сделайте, сделайте так, что... Комната повышения производительности. А мы будем этого гнилого убивать, Эликана? Мы его убили уже сегодня. Ой, блядь. Помощник дал там кому шелферу с хлебником. А то, что долгая установка связи без лаунч среда, нормально тем? Так должно быть. Какая нахуй установка связи? Все, все, забей, мне походу всегда там какая-то хуйня. Да там всегда так. Давай я пока хуйню пособираюсь. Ты 10 дал жимку. Эй, я метку пройду. Через 2 секунды давай Т4. Давай. Да, и зеленку пособираю. Опа. Так, а где продукс? Ой, ты можешь, пожалуйста, датчик масла? СПД-шного. Поставьте на почту. Тут а продукс, нет? Он был на ребре или офнулся? Был. На ребре был. То он, скорее всего, почту. Дайте гильдбанк. Я подразумеваю трэш танчо, как обычно. Угу. Правильно подразумеваешь. Огромное спасибо. Так, ну звезда Холидринг. Кружок.
ближний к боссу мой и центральный. Как поставьте бича на синтеке, если сломать. А, с ромбика и ваша забираешь. И кружок стараемся подводить. Так, слева. В звездочке играют. 4 мага. Хант, Лок. И сова. Второй хант. Пекнулся в Хиламет Фокс или нет? Не вижу. Ты его просил вообще спекаться? Он вылетел куда-то. Я упачу, что представляешь. Так, два ханта, 4 мага, Лок, ну и сова. Это, в кружке играют Закханыч, Инвизибл, Кирсори, Авелания. Так, Катрисия тоже давай. Ладно, хуй с ним. Хотя нет, давай, ты будешь контролить. Вадикон квадраты, Катрисия треугольники. Поставьте Дживса кто-нибудь. Друид инвалид, ты в друиде поконтролишь в друиду? Луна будешь контролить. Мэтфокс на подстраховке. Мэтфокс пекнулся. Ну, хорошо. Катрисия. А где Луна? Катрисия на трэше в кружке. Луна. На людей ставится метка квадрат, треугольник, это Луна. Все, я понял. Когда они берутся в контроль на 10 секунд. Кидаешь вихрь, потом обновляешь. Чтобы он не успел выйти с вихря и кого-то шотнуть. Или его разъебать никто не успел. Все знаете, в принципе, патч стоит. Кто слева танчит? Фулидринг. То, что духов хлопать не надо, вы тоже знаете, помните, да? Ну, вроде как. СС дай по Мэтфоксу. Катрисия готов? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Контролем. Звездочки добить их. Чё-то дизарм дал. Трэш 5 секунд. А кто это бегает вокруг нахуй? Да ты Катрисия что ли, блядь? Кринж. Пиздец, я охуел. Кринж. Так ты бы так, ты под рассекающий так забежишь нахуй, сдохнешь нахуй. Чё, ДПС вообще есть, не? Бач мордаун до стрим. Трэш 5 секунд, готовимся. Ну, видите, не смотри, там не весело. Ебать, реклама Телмивена нахуй. Ты чё-то пиздел на мой интерфейс нахуй? Плохая реклама, к тому же. А у нас демона нету. Ё-моё. Нормальная реклама. А нахуй нам демоны, бля, и так сильные. Мы и так демоны. Армсов, я смотрю, 5 штук у рейди. Законтролите? А ну-ка все. Нахуй, блядь. То их совсем нет, то их дохуя. Тебе вам что-то не нравится? Давайте до ляма добиваем. До полтора. Готовьтесь. Как же мордаун? Все, тормозите. Уходите от босса, уходите. Доты добьют до ляма, уходите оттуда, съебитесь. Трэш сейчас зергаем и потом уже переводим. Босса не трогайте там. Кто босса сам бил, уже переведется. Кто босса бил, трэш помогите нам быстрее залить. Так, из-под ебала фанатика уводите. 500 тысяч на боссе. Все, иду к боссу, переводите. Контрольте людей. Переводите босса. Отойдите от босса мильки, чтобы вас не шотнуло нахуй. Сейчас она переведется.
чтобы я успел ВПшки тыкнуть. Так. Что, первый наплыл на войда? Три моба вышли, сначала бьем мобов. Все повернулись, убейте мобов, и потом уже спокойно босса бейте. Два зеленых духа появилось, один возле леди. На... Один в конце. Это, кстати, патч не сработал. Дайте Геру, дайте Геру. Работает. Геру, все работает, врач. Контроллер у меня. Дух в центре. Оба. Идите от духа. Контроллер, наверное, был. Законтрольте за Каныча, законтрольте за Каныча, за Каныча, за контроль. Спасибо, Хант, нахуй. Хуй я тебя больше когда возьму, мудак, блять. Убил просто 5 человек, нахуй. Спасибо, Апродокс, нахуй. Ложитесь. Заходи обратно на друида. А, я понял, нахуй. А что случилось-то? Хуя не случилось. А что, не видно? Или как? Духов надо? На хоп. А, духа поймали. Что, не зеленеют, да? Если не зеленеют, лучше нахуй, ну, стойте где-то в стене, нахуй, чтобы вообще никогда они до вас не долетали, нахуй. Потому что вот эта хуйня, вайп на хуйне, ну, я, короче, не буду долго объяснять, нахуй, ну, пизду. Сейчас я сотку нарисую, блядь, вот вам дополнительно, блядь. Заходи обратно, друида, я рот ебал такую хуйню. Чё он сделал-то? Духа хлопнул. Духа взорвал. Арго. Ну, блядь. Кто в этом виноват? Блядь. Ну, вы знаете, фаза ответственная. У нас времени час, надо 4 босса закрыть. Мы, ну, хуйней занимаемся. Что, ну... А, Warframe пишет, отрыв прожал. Мне похуй. Мне похуй. Ну вот, блядь, отрыв прожал. Смешно. Духа. Вот Фокс в сову обратно. Контролить нормально будет теперь. Две совы. Значит, Вадикон квадраты, Мэтт Фокс треугольники, Патрисия на луне. Два друида на подстраховке, остальные. Ставлю рыбу. Как только люди все начнут играть нормально, без хлопков духов, так будете делать, что хотите. Пока что я не вижу этого, блядь. Безответственная игра, блядь, похуй на чужое время, блядь. Вайпаемся на том, на чем не должны вайпаться. Вроде все нормальные взрослые люди, блядь. Кирсори, Закхан, еще где? Бегу. Баф быстрее давайте, присты. Черный баф только не надо. Уберите черный баф. Блять, я какой-то баф себе убрал. Не знаю какой. Этот. А дуализист имеешь в виду? Аура одна. Одна третья, одна на. Кашникому кулак дайте там. Одна третья, одна на тьму, одна на лед. У паладинов. Вместо престовского аура паладиновская идет на тьму. Да я что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Вархиль бабл снял, забаньте его. Хуяся, Вархиль, ты чё? Тебе ещё нет пиздил хп полам. Синтек Улдвар Лакарис. Улдвар, а чё со спеком демона у тебя?
Ну, блядь, оковы нахуй. Бачу, с меня старайтесь нахуй, панцирь сливать, чтобы мы в панцире не давали контроль. 3 секунды. Я дотер слил. Прилямо. Ханта, ханта. Кособокова добейте. Готовьтесь, топать будем. Катрисию. Вы можете перевести. Все, отошли. Да не, не надо, отошли. Зачем? Какая герм? А, ну, слилась. Ну, ладно. Отойдите от босса. Сейчас трэш спокойно убьем, да будем потом переводить. Че там лям? Все, фул по боссу. Сейчас контроль над этим людям. Дайте ветерки, пока зеленька да. Надкатилась нахуй. Три моба, повернитесь, убейте три моба сразу. Дух возле леди и один сзади тоже. Убегаем. Хлопок, это сразу минус рейд будет. Он прям на меня бежит. Все, духов добили, бьем леди. Но дух в центре. Змеи качат. Бежит в леди. И один в спину. Постоянно ходим. На лестнице дух. Стопайте АОЕ, когда берет контроль людей. Чего вот вы убили его? Друид инвалид. Мэтт Фокс. Блять, и дух бежит. Мэтт Фокс резает друид инвалида. Вадиклон резает. Есть полмакдаун. Да не флудите, нихуя не слышно. Полидринка, захильте, ебаный рот. Резает друид инвалида. Два духа возле леди. Ну чё, вы по трэшу вообще трэш играть будете? Играть. Трэш или надо играть. Что-то... Ну, вы думаете как? Может разойтись сразу нам? На полного войда. Дух в центре. Так, вот дикон инвизибл реснишь. Дух возле леди и бежим. Мобы вышли. Spirits. Дух в миле. Возле трэша прям. Ну все, нах. Падаем. Хотя давай попробуем еще немножко. Есть один БР еще. Сейчас законтрольте. Варселя, друид инвалид ресы. Низибал. Спасибо. Теперь падаем. Вроде понятно, да, что делать. Вот человека берет контроль, на нем метка ставится. На каждую метку назначен друид. Есть подстраховочные два друида. Это ветерки в смысле кидать, да, вот это? Торнадо? Когда, ну, появляются, вот. Когда появляются два духа, вы отбегаете. Бегать надо до тех пор, пока вы не убедитесь, что вы не точно его не хлопнете. И тогда уже идет ДПС по боссу. Если так хлопать, вот три хлопка, 7 человек лежит, ну мы просто не будем убивать этого босса. Мы встанем на нем. Тем временем до конца РТ 23 минуты. Короче, если с этого трая убиваем, то корабли с рука убьем еще. Если нет, то до завтра.
Постоянно бегайте. Ставлю рыбу. Все готовы, дают что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Врахелю водикон закинь, Нар. Нормально. Ну, потом откатится. Не убейте Кирсоль. Надо выйти в контроль. Трэш 2 секунды. Давайте в этот раз попробуем перевести. Кто там босса бьет побольше, старайтесь по боссу. После этого трэша будем переводить. Законтрольте людей и переводите. Пойду, босс уже готовится. Собокова. Фул по боссу. 10 секунд до трэша. Лям, все помогите по боссу быстрее. 5 секунд. Вышел 3 моба. И убейте их. Вернитесь, убейте. Почему фанатик вредит? Осторожно. Так, Кирсори сдох. Фанатик, что ли, убил? Этот. Духи побежали. Так, Ханна, что, за контрольте? Ну не могу. Зеленка и хуй пойми где. Ну, я зелень прожал прям под контроль, блядь. Возле босса 2 бежим. Все внимание на контроле и на духа, все остальное мы убьем нормально. Визибл не сдохли. Напул на войда. Мобов помогаем напуливать и убить. Spirits. Духи возле трэша, прям 2. Все в трэш бегут на танка. Напул на войда. Добейте трэш. Spirits. Вот в рейде 18 дд. Вы не понимаете, ну хуёво понятно, да? Что такое убить трэш нахуй? Вот сейчас с контроля люди выйдут, добейте мобов. Spirits. Духи в центр бегут возле хила шамана, там смотрите, в центр еще. Все бьем. Spirits. Новые духи появились, бежим. На полную вилашу. В миле бежит дух. Spirits. Бежим. В кружке дух. Они дух, да, в рамбе. Трэш повернулись. Дух. Далее уе в трэш. Контроль. 2 секунды контроль. Дух за леди. Убежит в трэш. Дух в трэш бежит. 2 в трэш духа бежит. По мане резайте что-то. Ну, контроль можно какой-то, алло, парня? Даже Спасибо. Нужно. Резайте ману, хилы.
срочно. Все инера в КД раскидывайте. На полную вилашу. Если от этого воды есть, это шамана, я могу поставить это кидать. А не дам, все в ром. Еще один раз на вилашу, а потом на воида через 30 секунд. Дух прям в леди, бежим. Два духа. Вон они вместе летают. В трэш повернулись, три моба убиваем. Дух на лестнице, убегаем от ромбика. И дух на другой лестнице, вот где лужа. Бежим. Зерганули мобов. Дали контроль людям. Возле дух, возле леди два духа. На пул на воида. Захилитесь на пул хп. Дух возле леди, две штуки. Бежим. Вся мелизона, все танки бегут. В кружке скоро выйдет трэш, готовимся его заливать. Духи в леди, бежим. Два духа, да. Я не вижу, где они. Они бегут, один бежит. А, наебал. Вот, 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 вот теперь в леди. Два духа, прям вот возле тотема. Края. Напуливаем на воида. Мобов зауешивайте прям тут, когда стоите. Убивайте их быстрее. Уходим с этой хуйни. Сова под контролем. Сову, Вадикона, Луну законтрольте, кто-то, друшники. Дай бенный хп, Шалфир. Захильте Катрисию, не проебите. Дух в леди, бежим, Мелики, бежим, съебываем, прям на вас летит. Ну пиздец, нахуй. Закханыч, дрочишь что ли там? Сука, захилите быстрее до фулл хп всех. Бичуганы, блять. Я говорю, повнимательнее бегайте постоянно. В леди летит. Так, Битфокс, Синтек, Криптоэвил, Ресы. После контроля реснешь, после контроля встанешь, щиток ему дц наш. Контроль когда спадет, дух в леди бежим. Массакруха пала по КД. Лок разъебывает рейд, нахуй. Катрисия, Риса и Виланию. Духи, бежим от духов. Фулла Виланию, да ебаный насос, нахуй. Ну что с хилами-то? БР в никуда, бежим, дух. За спиной леди бегает. Одна секунда. Еще две пачки трэш объем. Так, а где трэш вышел? Не вижу. А, вон в кружке. В кружке трэш повернулись, убили. Вот тут духа за собой бегут. На полную вилашу дым. Дух прям в леди, ебаный в рот, бежим. Помогите мобов. Сейчас контроль пропадет, помогите мобов добить. Вот, леди бьем. Еще пачку одну. Вот с приверженец я притянулся в него. Милики, обойдите колонну, убейте моба. Или чё? Два духа в леди идут. Подойдите, убейте эту хуйню. На пол. Духи два в центре. Через 10 секунд. Бегут на хапала. Через 10 секунд там будет добить. Пизан вставалка есть? Один БР есть, если что. У меня тоже откатился. Так, контролим. Идем к звезде, убиваем последний трэш. Вадикон, Ресы, Призана. А у кого есть еще у друида? Да. Ну, Ресник Атрисию тогда. На пол на дух, пол. Дух трэш, вот. Побежали от духа. На пол на воида даем. И теперь только по леди играем. Мили тут, мили дух. Все, фул по боссу играем. Блять, кто хлопнул? Вы чё, бичи нахуй? Вархель. Ой, блять, контрольте нахуй. Быстрее, сейчас зелень откатится. Угу. 4 ляма добьете, нет? Или мы калейки совсем нахуй? Мы сегодня да, рубим сразу. Не успел дать, там нет. Полипало не уроните, он с трэшем сейчас сдохнет нахуй. Частица 2 секунды, 3, 7 секунд спадет сейчас. Два ляма еще сбить нахуй на боссе. Дух мили бежит по. Spirits. Вы либо добивайте, сейчас трэш новый выйдет. Все добили. Процент. ДЦ, блять, бичи. Осколок там есть.
Бичи вы смогли. О, плечи на трансмок возьму, если никому не нужно. Если на распыл пойдут. Они ж кожаные. А, эти на рогу. А, тканевые. Тканевые. Ну, не, помойка. Так, кольцо на танка надо? Блядь. Так, плечи надо кому-то? На трансмок возьму. Я понял, а желание. Что такое? Мне тебе надо было кольцо? А? Нахуя на тебе? Блять, на танка? Я тебе скажу... Нет, я тебе говорю, просто с ЗС-а тебе надо, а не отсюда. ЗС-а? Да. Счеты кому-то надо? Дорого. С корабля счеты кому-то надо? Тебе надо с блоком счета. Счеты кому-то нахила надо с корабля? Да вроде нет. Нет. Книжин пишет, что не отказался. Чё, в ДД спекаешь, да, Слав? Да. Там у Призина глаз Мактеридона вообще, да. Понял. Как комбат ебаный. Ну, Призина надо апать. Я хуй знает, ну, чё вы там хотите с корабля. Ты просто почитай, во-первых, что-то 5, что-то 4 новое, блядь, на протопалов. Я понимаю, что счеты. Тебе это кольцо... Ну, блядь. Я лутать пока ЗС вообще не буду на протопалов. Лучше, конечно, чем ничего, но хуйня. Так я хожу с этим, с ЦЛКшным, ДДшным. Ну а кто еще офнится? Ты спросил у людей, кто офнится? Напиши. Не, я не спрашивал. Ну, ребят, спроси. Если не затруднит, можно на корабль, ну, за тренькой сходить? Мне только туда и все. Так тренька нужна. Нужна, видишь, все же. Нужна, у него глаз Мактеридона, ебаный. А, ну глаз, да, глаз хуже. Тогда я ничего, вопросов нет. Просто если никому не надо, я бы сходил. Ставьте шкаф. Сейчас две упадет. Так две не падает, так не три бывает. Может упасть. Бывает. Да ладно, серьезно? Да, три одинаковых может. Ну, если есть возможность, я бы сходил. Если не стрим. Не, ЕПшки, ГПшки там, ну, ЕП не надо ничего, просто. Я отдам даже, если по приоритету кому. Если просто две выпадет, я бы взял. Просто вот сегодня друид ходил, 2-6-4 полутал. Обычно. А у меня кадашечка была. Ну, если кто-нибудь купит на одного босса. А кто-то запустил, блядь. Уже, блядь, корабли запустили, блядь, и... Что, мордаун заберет? О, не-не-не, мне сказали, что чешка лучше взять. Тут не кто-то, тут орел запускает только. Кто? Ну, я говорю, не кто, блядь. Остались не спалить. Ты кто, блядь? Ну, тебя вот пытались отмазать, блядь, вот, а ты... Сам себя спалил, нахуй. Да ладно, какая гера, блядь? Че вы? Ну да. Угораете, что ли? Растет, пойдет. Не, так-то можно, но. Хуй знает. Это время сейчас просто тратишь, но все так времени нет. Да не особо ничего бы не потратили. Ну ты все равно же. На леди потратили, блядь. Спасибо, блядь, за 2 вайпа. Я полетел, короче. Что это за бред? Не, я, конечно, все понимаю, я в гере не напрашивался танковать, блядь. Че, не держит? Я тоже. Очково. ДД, блядь, шмоти. Нормально. Обожаемо. Вообще кто-то будет убить, нет? Это, а чё криптоэвил сдох? А
оба запиздили, блядь. Вот, конечно, понял. Красавчик, блядь. Ручки вылез, короче, ракета не идеально вылетел. У нас одна пушка не бьет. А хули она не бьет? Криптэвил сдох. Да, он сдох. Я сел. А, спасибо, а кто мне из-под будет кастовать еще топ кидать? Да, ну, я хуею вообще хилы с вашей вот этой привычки. Пошел посядет, выходи. Нох. Да, пускай то посядет нахуй. Не, ну, нужно, чтобы хилы танк держали. Простою фул, нет? Сможете хилы фул прохилить? Ну ты мне скажи, когда это кончится полностью, все сыбы, то я тебе это зубы еще закидаю. Надо еще, чтобы пушки стреляли поактивнее, да? Скорее всего, будем скидывать нахуй. Пизду, я не хочу рисковать. Он с двух ударов меня ёбнет, там кто-то успеет, он уже попал хп сносит. Ну полетели, да. Там еще мага ебанем. Просто что потом, ой, меня вам шотнули. Ну он шотнет, хули. Я говорю, танк просто тонкий. Ну вон, да, блядь? 80 тысяч хп тонкий. Ну не сотка же. Ну, тури. После этого мага летаем. Ты еще пока не мишка. Все, убегайте оттуда. Быстрее, быстрее. Кто там? Чувствую, через неделю будем хвататься за голову с их не Т4. Я думал за голову Мимирона с йога плюс ноль. Нет, тоже. Читек, смотри, как пишет, в мишке. Читек, бля. В мишке. А, че с ним было? А, то есть, же досылаешь, да, получается? Пушку сядьте. С пушки выкинул и сразу выстрел был. Давайте не обращайся, пожалуйста. Дубль 2. Этот. Так они под пушками стоят, блядь, постоянно. Ну. Людей выкидывают, когда, блядь. А я гайд рассказывал? Рассказывал. Только вы же не слушаете никогда. Вы же думаете, воет, блядь, старый пердун, нахуй, нихуя хуйню несет какую-то, блядь. Мы же играем, сидим, нахуй, как люди, нахуй. Подожди, делают, подожди. Блядь. А что, не так? Нет, конечно, нахуй. Рассказываю гайд, как не сдохнуть на корабле. Никак вообще, блядь. Ставишь на единичку. Пушку не садится. Ставишь на единичку. Ранец, нахуй, реактивный, нахуй. Надеваешь, блядь, ставишь, выносишь, блядь, туда выкидываешь, что там стоит у тебя на единичке. Или на F1, или на единичку, на удобную кнопку. На Q, на E, на R, нахуй, на любую назначаешь. А и... если забинжена, блядь? Забинжена, закуинжена, похуй. И, короче, если вдруг ты выходишь с пушки, ну, то есть пушки замораживаются, и тебя, блядь, откидывает, блядь, взрывом, блядь, от людей, которые уёбки такие стоят возле пушек, нахуй. Тут же надо оружейников бить, блядь. Вот. И ты тем самым пальчиком, который уже лежит на этой единичке, нажимаешь быстренько на эту кнопоньку и нажимаешь, блядь, зеленый кружочек на свой корабль и, блядь, возвращаешься, блядь, туда, блядь, благополучно. Как гайд, нормально? А чё с апродоксом? Чё с пушкой? Чё с пушкой? Теперь стало. Ну, блядь, гайд просто ему понравился, нахуй. Ебать, там пушки по кайфу было. Он радовался, что дамага больше всех нанес. Бери с эти крипту. Только. Ёбаный в рот, нахуй. Ну кто упал вниз, нахуй? Спасибо, блядь. Сейчас будем ждать моба ебаного, который снизу идет. Спасибо, он еще на меня пошел. Вот, блядь. ГЦ хули. Если нужен ДПС на орка, зовите. ДПС? Что это такое? Там мне не нужен. Что это такие вообще, ебать? Хоть бы ускорили этих драконов, нахуй. Они летают как калеки, нахуй. А где он, ебаный? Видит кто? Сейчас будет. Пиздец, кринж, нахуй. А если с корабля прыгану вниз, я же приземлюсь, получается, на шпиле? Да. Может, пойдем на юге? Да! Шпиль, можешь бомбочкой падать на шпиль. Ну, есть левитация. Он, вряд ли. Так, нахуй, идет, блядь. Вот звезду ставлю на него. А, блядь. Ебать, это он так поднимается, да? А где он? Где смотрите? Да там снизу еле-еле движется. Да прорисовка стоит на минимум. Ничего не вижу. Лифт, лифт, блядь. Может просто лучше... Может лучше... Может лучше сдохнем?
Да, он уже подъезжает, пацаны, готовьтесь. Уже подъезжает, я понял. Вот, уже почти, уже почти. Уже возле падика, да? Да, готовьте пиздюли. Доставайте пиво, я был. О, он летит, сука, хуйло, блядь. Походкой папича прям идет. Ты смотри, теперь грипп, нахуй. Да почему я не могу у него ничего остановить? Я в него ничего, только автоатаки проходят. За полосу зайдите. А, побегайте там по платформе, там где-то можно зону найти, откуда ее достаешь. Такого кринжа я давно не видел, блядь. Опять этот кринж. Нихуя же. Видели цепи какие на драконе были? До этого это была разминка. Это легкая клоунада была, блядь. Ой, ба, я понял, нахуй. Где мой друид, нахуй? Что за хуйня? О, осколок. Надо будет не забыть на тухлого зайти, на него. Да и лутер. Еще раз кидаю. Да, блядь. Он его и так тебе передаст осколок. А я не вижу. Видит. Это а как ты... Сундука можешь не видеть? Не знаю, забагалось что-то. Синтек нахуй. Что там, лоу депрессер есть вообще? Есть, в России вообще никто не депрессит. Ну а я хуй знает. А кто там лоу депрессера? Энх? Валиант? Он есть вообще тут? А его тут нету. Че, тренинг пал, не? Не, нету. А, ну и слава богу. Ну если бы ты был, точно бы упал. Ну, три штуки. Три, да, ты прав. Я просто не видел даже, что одинаковый предмет падает. А, точно, утро сейчас. Это кто там будет в ДД спекаться с хилов? Призон, да? Давай. Так, чинитесь. Рыба. Помните, что на сурке надо убивать трэш. Если его не убивать, всем равномерно не бить, он пошотает людей. Его надо напуливать еще на танков. Танки там, ну, притяжка, что у нас... Притяжка долгая, когда там 30 секунд, а таунт 8 секунд, поэтому будьте осторожны. Ретрики в трэш играйте только тогда, когда есть стан. То есть стан и пару ударов моба, и дальше босс. Продам боб вашего соперника. 500 голды. Не надо Герри поп давать. Не дай бог, блять. Шучу, шучу. Герри только диван. Резко 250 голды. Всякие магом дай, которые МК обмениваются. И шипо не дают. Ну извиняю, Ваня, я на это. Я на ханте. Хотя слава на пул, да? Завтра кого не будет? Полидринка. Макдаунта. Ну как, я зайду. Ну, а час полтора. Я выйду, да? А ты в рей. Так, что там, блядь, по 300, да, боссы? 900 плюс 500, 1400. Ой, это завтра, получается, прям сначала РТ будете, да? Целка 25 гек чилить. Посмотрим. А ты с какой целью интересуешься? Ну, просто можешь успеть взлететь. Я понял. Ты чё, женщина, чтобы такое успевать? Ай, не обязательно быть женщиной, чтобы взлететь. Можно взлететь с ноги, можно в окно, можно из окна. Можно в рейд в ЗС. Да, хорошая вещь. Ты что, в ЗС-ку завтра хочешь? Не знаю, посмотрим.
Вот этого не должно быть. Вот так вот не должно. Не должно случаться. Мобы не должны вырастать, поэтому. Не дай бог кто-то с вас хуй забил на трэш. Я же, если это увижу в рекаунте, я въебу сотку сразу. Не буду там спрашивать, ротация, не ротация, блядь. Трэш вырастает, он бьет много. По 25 тысяч по танкам. У вас он пошотает нахуй. Угу, другое дело. И легче вам, и проще играть. Вроде тебя бьет, но смотрит на меня. Так, там по мане смотрите, пол хп босса еще бить, порезайте себе заранее, скиньте инеры, частицу на мордаун, то чтобы он точно не сдох. Забери, забери. Сейчас заберешь босса, давай не зыбку сразу. Метки стараемся на фул держать, могу, может шот. Давай Вальхельма сокру, урдаун себе зубы и гибну хп. Триста 85. Мало, да? Да, очень мало. Это мало. В обычке плюс-минус столько было. Ой, сука, никуда не упала на этой неделе. Инконите лут. Плащ. Так.
Плащ бисовый. Катрисия 50, Old Warlock 10. Кому с вас давать? No Speaker Drew или на Лука за 10? Отдавай ей. $378. Это Т10 хуйня, да? Да. Так. 200 ГП, напоминаю, стоят токены теперь эти. Не 500, а 200 теперь стоят. Так. Пацан? Кто там на замене? Идем токены пиздить. Плюсуйте. Шмот работает. Мы дальше идем? Нет. Какое дальше? Че, все, можно уходить. Пока не ливайте, сейчас и подам. Рарник Вален. Че, все плюсанули? Или кто-то еще был? Я этот. Не мог зайти. Ухмастер. Подожди, стоп, Бат по ДПСу вообще вывозит, блядь, герой? Бат он там 260 какой-то. Бат, сколько ДПСа даешь? Да он нормально там кидает, он 266 армс, ой, фуривара. 15. 20к было у него. Да? 25 оп. Да, я вижу, вот, в ДПС на босс. Ну, пусть будет тогда. Так, 1400. Я скинул уже ДПС. Так, мастер. Можете почекать. А, ты уже скинул понял. Это именно в трэш, да? Второй по дамагу в трэш. Второй это... Просто ДПС с рука. Ну, а я именно в трэш скинул. Да. Кто сколько бил. То есть уже сказал, что те, кто вообще не будет бить, 100 ГП. Трэш умирал долго. Так, если мы упадем. На скрине упал. Эх, жаль. Надо было не хилить войда пару раз. Опустить два света небес и все. Ну, я не знаю, типа... Можешь мне выебать. Понимаешь, да шучу. Если где-то одно тело там не играет, это сильно картине не сделает. Но если таких людей 2, 3, 4, там, это, ну, вероятность вайпа просто повышается, и все. А когда вайп, это неприятно всем. Кто там еще? Холидринг спекался, Призен, кто еще там спекался? Мутфокс спекался. Дадим Мутфоксу туда. Бля, почти 50 тысяч, нихуя. Ой, так, не кинь, пожалуйста, на Ревисто. Что, когда там обнова будет? Получается, на следующей неделе, и то не факт? Нет, через неделю они выкатят только эти, нахуй. Что будет, баф на Т4. А потом уже хуй поймешь, через сколько сам, ну, этот патч. То есть есть время потратить робота, и эту сам. Это что-то вообще будет собирать, может, какой-то зломан, не знаю. А чё я пропустил? Спасибо, чё за патч? Чё за обнова будет? Т4. Т4.